Здравствуйте! С вами снова я и Финляндия. 2 часа. Ну, я пришла домой вовремя. Вот, покажу вам погоду. Зима у нас вернулась, зима. Утром шел мелкий снег, сейчас снега нету. Но мороз, -4 градуса, мороз и ветер. Вон, видите, как дерево качается, и ветер. Холодно. По магазинам я не заходила. Вот, единственное, мне, видите, вот опять тюльпаны, моя девочка, моя подружка Западной Украины. Ну, она молоденькая девочка, ей 40 с небольшим. Вот, поставила, и здесь поставила тюльпанчики. Видите, какие замечательные тюльпанчики. Сейчас вам расскажу, что я сегодня взяла. Взяла я, значит, что это у нас? Йогурт. Греческий йогурт такой и греческий йогурт такой. Написано с лимоном, нарисовано с лимоном, значит лимонный. Это такие колбаски, вот как я беру сюда сискон макара, да, суп варить. А это другие колбаски немножко. Я не знаю, можно с них суп? Ну, думаю, тоже можно варить суп. Так, что тут у нас? Так. Мясо. А, здесь чили добавлено. Я чили ж не люблю. Ну, ладно, брошу в морозилку. Потом взяла вот какой-то такой вот десертик. Десертик такой. Видите, что там, семечки киноа или что там такое с кремом. Вот, потом 2 вот таких вот пирожных. Ой, открылась и поломалась коробка. Видите, таких вот 2 пирожных. Вот такие булочек себе взяла. Булочки, которые выпечешь, и будут вкусненькие. Это винегретик дали мне. А, такая же фирма, как вот это вот. Видите, такая фирма. И здесь такая фирма. Вот этот винегрет у нас стоил 10,95 килограмм. Здесь его на 4,16. Опять дали сыра. 2 таких. Это я себе свеклу взяла. Буду свеколку варить. Вот. Клубнику взяла. Немножко вот открылась пачка. Вот 400 грамм здесь клубники. Вот. Это джем опять клубничный. Видите? Джем клубничный. Это виноград. Тут и белый, и черный. 2 груши. 1 лимон, 2 лимон. Яблоко и 2 мандаринки. Это все то, что мне сегодня дали. Вот это вот такие вот корявые лимоны. Вот как похоже на сицилийские. Но я думаю, нам с Сицилии не везут лимоны. Нам, скорее всего, везут с Испании лимоны. Вот. Ну, вот так вот нормально. Там еще кефир был обезжиренный. Не захотела брать, думаю, а не буду брать. У меня есть молоко. Ну, в общем, как-то так решила не брать. Ой, вытерла тут. Водички немножко капнула. Вот. Так что вот это вот то, что мне дали. Значит, я вот это вот брошу в морозилку. Вот это вот сосиски эти. Их потом в духовку, они будут вкусные. Ну, кто любит с перцем. Вот. И вот эти сыры все брошу в морозилку. Остальное себе, вот булочки себе выпеку. Вот. Я думаю, это вкусные булочки будут такие. Сколько их тут штук? 6 на 50 грамм. Сразу себе 3 штучки сделаю. Вот на обед одна будет у меня. Одна на ужин, одна на завтрак. И знаете, иногда... О, тут с попкормом. Вот это вот что-то украшено. Иногда не хочется вот такого сладкого кушать на завтрак. А хочется вот такую булочку помазать маслом и сыром, например, или ветчинки положить, то тоже вкусный такой завтрак будет. Так что вот это так вот. Ну, вот такой скромненький мой сегодня приход. Людей было очень много, продуктов было мало. Самое главное, мне понравились мои цветочки, которые мне придарили. Я такая довольная. Вот. А, кстати, мои розочки, они еще... Я ж перебрала, это надо вернуть, ботинки.
перебрала розочки, вот немножко оставила, так вот они, подрезала их. Думаю, ну пускай постоят еще. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штучек. Семь штучек розочек поставила. Надо вот эти вот убрать листья. Видите, я их не обрезаю, а обрываю, которые начинают вот сохнуть. Вот, и надо их убирать. Зачем они тут надо, правильно? Не надо. Вот сейчас я вот этот свой цветок поливаю не так часто. Поливаю, пожалуй, только два раза в месяц. Вот. Эти-то каждый день брызгаю, а поливаю раз в неделю. Эти вот выкину, видите. Вот. Так что вот все, все то, что мне сегодня дали. Все нормально. Сегодня у нас пятница. Вот. Еще не смотрела расписание, как у нас будет по... Да я листочки выбросу. По приезду этих самых ребят, которые посылки забирают. Если мне время подойдет, значит, я соберу кофточку для сына, для невестки пальто, шоколадки и отвезу посылочки. Кофе еще положу и сыр. Много у меня нечего ложить. Ну, так, немножечко, может, килограмма три получится. Ну, хорошо, они будут рады, еще невестка пальто поносит. А сынуля поносит этот гольфик, он любит такие гольфики. Вот как кто-то гольфик называет, кто-то бадлон называет. Ну, помните, как во времена этих самых, как они, музыканты американские-то, хиппи ходили, да, всякие такие, в черных таких водолазках. Вот. Ну вот он не любит, кстати, черный цвет, а вот такие вот тоненькие шерстяные любит, чтобы горло было закрыто, куртку накинул, в машину сел и поехал. В общем, вот такие дела. Вот вам все рассказала, коротенькое вам видео, потому что нечего больше рассказать, нечего больше показать. Погода не очень, ну что делать, до конца недели, ну то есть суббота, воскресенье будет такая. С той недели будет так и солнышко немножко, и немножко и мороз будет, ну, по-всякому. Ну, уже же на той неделе у нас будет, собственно говоря, а нет, еще одна неделька, следующая неделя, а 28-е будет понедельник. А, сейчас вам покажу, тут мне знакомая позвонила, вот, и записала мне, продиктовала, я вот записала. Вот в марте 1-го, 15-го, 29-го, в апреле 12-го и 26-го, в мае 10-го и 24-го и в июне 7-го. Это там возле полиции продукты получать. Вот она была в прошлый вторник. Вот, получала, и вот эти карточки раздавали. Я ей попросила, говорю, прозвонишь мне, продиктуешь, я запишу. Вот, говорила, неплохо, дали шоколадку, давали фазер, мясную нарезку уже, как бы ветчина такая готовая, нарезанная. Не колбасную ветчину, а вот как мясо, знаете, на тисках вот продают, вот там, кинку у нас называется, ну, кусок такой мяса духовой, и потом нарезано. Вот это, говорит, давали, там сыр какой-то, а вот такой точно сыр давали, там хлебушек, молоко, йогурты, вот, ну, так что. По вторникам там вот это вот эти вот дни записаны, но это вторник с 11:30 у них там дают. Людей мало, всегда пакеты готовые, поэтому быстренько раз-раз-раз и побежал. Вот. Так что не знаю, посмотрю, может быть и схожу в марте, может и не схожу. Будет видно. В общем, на этом пока-пока. До новых встреч. С вами была я и Финляндия. Подписывайтесь на мой канал, на канал моей дочери Наталья П. Пишите английскими буквами. Всего вам доброго. Закончилась рабочая трудовая неделя. Хороших вам выходных, хорошего настроения, хорошей погоды. Проводите побольше времени с семьей, с детьми, с внуками. Всего доброго. Всего доброго. Всем большой привет. Пока.